Приехали мы с Изюма Харьковской области. Сейчас. А сейчас мама придет. Всем домом жили в подвале, на полу, на поддонах, на одеялах. Готовили? Ну, пока возможность была, домой бегали. Пугалась, конечно, но в основном вечером она спала. Угу. Плакала. Потом уже жена не выдержала, сказала, давай уезжать. Приехали мы с соседями на двух машинах. Человек, наверное, у нас было 12. Вокруг все горело. Как-то не знаю. Наш дом без стекол, конечно. Но сейчас не знаю, целый, не целый. Просто ехали подальше. А родители остались в Изюме. Я их просто отвез. Ну как, бабушкин старый дом, туда отвез их. Потому что бабушку не было возможности вывезти. И остались родители там с бабушкой. И за себя, и за семью страшно было. И за родителей, за ребенка, за всех страшно было. И самому страшно было.